Оперативные данные штаба Алруса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 14 сентября. В Мирном положительный анализ на COVID выявлен у 25 человек, на Айхала-Удачинской площадке у 11. В стационаре Мирного находится 87 пациентов, в Удачном 31, в Ленске 37. В реанимации работников Алруса нет. На амбулаторном лечении с коронавирусом в Мирном находится 384 человека, на Айхала-Удачинской площадке 190, в Ленске 25. 16 917 работников Алруса прошли полный курс вакцинации от COVID-19.